Хорошо, Байба. Мы сейчас будем приглашать вашего куратора в эту в комнату диагностики для того, чтобы вы задали, чтобы ему задать 10 ваших вопросов. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Байбы. Это парень. Снимается маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Байбы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Энергии поменялись на женские. Хорошо. Приветствую вас. Приветствуем. Необычное место для встречи. Мое имя Ами. Ами? Да. Ами. Приветствуем вас. Женское имя, я полагаю, да, Вера? Да. Хорошо. Приветствуем вас, уважаемая куратор Ами. Меня зовут Влад, это Вера. Надеюсь, вам наша комната диагностики и энергии в ней находящейся нравится. Мы проводили чистку и проверку, вернее, чистку мы раньше проводили, проверку Байбы, она чистая. И у нее остались 10 вопросов к своему куратору. Будьте вы так любезны, уважаемая Ами, ответить на эти вопросы. Да, конечно, именно для этого я на этой встрече. Благодарю вас. С вашего позволения, начиная с первого вопроса. Какими сильными качествами я обладаю, чтобы исцелить Землю? Желание исцелить Землю – это уже прекрасное качество. Связь с планетой Землей прекрасно характеризует твою душу. Многие забывают, что планета Земля живая, и все на ней живое. И как планета берет, так же она отдает энергию. Твое желание прекрасно, но для этого нужны более серьезные знания и понимание этой темы, а конкретно энергии Земли, а также земных стихий. И если есть желание, будет и развитие дальнейшее. Обрати на это внимание. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Ами. Я перехожу ко второму вопросу. Какие обстоятельства и уроки у меня есть с моим мужем? Чем мы учим друг друга? Чему мы учим друг друга? С этой душой вы договорились воплотиться вместе еще до воплощения. Когда вы росли, вы набирались определенного опыта, который стал причинами совместного проживания. Вы исправляете свои ошибки друг на друге. Реакции стираются, заменяясь на осознанные действия и принятие, а также понимание души. Много что раньше было камнем преткновения, или я бы сказала камушком, на сегодняшний день стерто, было принято осознанно и понято. Ваши души корректируют друг друга. Чем больше вы понимаете друг друга, тем спокойнее, ярче и прекраснее ваши отношения, а соответственно ваши души, которые поддерживают и дают определенные энергии для понимания и осознания друг другу. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Ами, за этот ответ. Третий вопрос. Каково место происхождения моей души? Место происхождения твоей души – Альфа Центавра. Благодарю вас. Мы приветствуем представителя Альфа Центавра в нашей комнате диагностики. И я благодарю вас за это место, комната диагностики. Благодарим вас. Можем идти дальше? Пожалуйста. Четвертый вопрос. Какие таланты моей души доступны мне в настоящее время из генетической памяти, которые я могу использовать в этой жизни? Спокойствие. Твоя душа спокойна. Твои реакции не выплескиваются. Это самый главный твой талант. Ты умеешь принимать любую информацию, но тебе нужно научиться анализировать ее. Я бы сказала, раскрыть свою душу к этой информации, пока лишь интерес действовал тобой. Но твое спокойствие
Оно преобразует информацию в правильном русле, добавляет тепло твоей души. Концентрация и умение слышать и выслушать – это твои внутренние качества, твои богатства, много других, но это базовые качества, которые есть не у всех. Благодарю. Благодарю вас. Пятый вопрос. Почему мне трудно раскрыться сексуально? Прекрасный вопрос. Как вы заметили, мы можем менять энергии с мужских на женские. У нас преобладает сила, спокойствие, понимание и принятие. Мы можем подстраиваться под любые характеры и стихии. Ты же зациклилась только на женской внутренней свободе, которая не полна и не цела без понимания более, я бы сказала, тяжелых, жестких и раскрепощенных мужских энергий. Добавь немножко своей энергии мужского безразличия, и ты увидишь, как твое женское спокойствие превратится в штиль. Штиль, который не допустит негативных эмоций или комплексов. Ты раскроешься по-другому, поняв, что в тебе дуальные энергии. Сколько процентов женских, а сколько мужских качеств в твоей душе, ты можешь определить сама. Я бы хотела добавить сюда информацию о земного плана, о предметах и стиле, окружающем тебя. Ты также можешь добавить немножко мужскую энергию. Это могут быть короткая стрижка или мужской запах, который тебе приятен. Он, как говорится, будет тебе по душе. Также это может быть какой-то акцент в одежде, который по душе. Многие души, не осознавая свою дуальность, применяют это, и это называется по душе. Я не призываю тебя переходить грани, которые сейчас распространяются на земле, меняя пол. Я лишь говорю о энергиях женских и мужских. Если ты откроешься и примешь 15-20%, которые будут тебе по душе, ты раскроешься совсем по-другому. Раскрепостишься, я бы сказала. Благодарю. Благодарю я вас. Шестой вопрос. Как организовать прием пищи? Не могу похудеть. Знаки вокруг тебя, они попадаются тебе постоянно. Я указываю на то, что будет благоприятно твоему организму. Конечно же, это режим. Режим питания маленькими порциями. Но не надо забывать, что в биороботе существуют гормональные изменения, которые влияют на биоробот. В этом случае не нужно истязать себя и свой биоробот. Нужно принять и полюбить то тело, в котором живет твоя душа. Я хочу лишь добавить, что я не говорю про обжорство и позволение лишнего. Я говорю про человека, который испробовал, но в силу гормональных изменений или же своих внутренних комплексов считает свое тело недостаточно красивым или худым.
В этом случае нужно изменять внутреннее видение себя, а не свое тело. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. В энергетическом секторе какой страны мне было бы хорошо работать? Это очень просто ответит твое сердце и твоя душа. Если ты представишь себе в стране, где идут войны или есть ограничения, например, для женщин, твое сердце забьется быстрее, потому что ему больно и неприятно от этого. Это и есть энергетическое совпадение. Здесь ты сама можешь прислушаться изнутри и понять, что тебе приятно и где ты будешь в своем месте. Простой вопрос. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемая Ами. Я перехожу к следующему вопросу, восьмой. Какие блоки во мне мешают финансовому потоку? То же самое. Немного мужской энергии для раскрепощения. Твоя зажатость ограничивает тебя. Мужская энергия дает тебе открытость и простоту, через которую текут твои энергии. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. На что мне следует обратить внимание, когда вы связываетесь со мной? Нюансы. Какими способами вы со мной общаетесь? Чего я не замечаю, когда вы со мной общаетесь? Иногда к тебе выходят небольшие картинки в виде рекламы. Например, описание еды. Это прямые знаки, которые подаю я. Не стоит обращать внимание на все рекламы, которые предоставляют ваши девайсы. Но те, которые повторяются, обрати на них внимание, изучи и послушай свое сердце. Благодарю. Благодарю вас. И последний, десятый вопрос. На каком уровне находится мое высшее «Я» и какой опыт позволит мне его поднять? Твое высшее «Я» на девятом уровне развития. Опыт соединения души, внутреннего позыва и внешней информации. Пожалуйста, не забывай подключать к сердцу, к своему уму и информации, получаемой извне. Все, что к тебе приходит, послушай сердцем. Научись это делать. До сегодняшнего дня ты не обращала на это внимания, но ты принимала правильный позыв своей интуиции, втягивая в себя информацию. Ты лишь не распознавала, что это дает толчок твоя душа, а не твой ум. Обрати, пожалуйста, внимание и подсоедини свою душу к своему уму, чтобы они работали синхронно и в унисон. Конечный же выбор должен быть за твоим сердцем или душой. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Ами. Вопросов больше нет. Если вы хотите сейчас активировать стержень, байбы, это был бы, скорее всего, самый лучший момент. Да, пожалуй. Я активирую твой стержень и опишу тебе, как он выглядит. Мы имеем дуальный стержень, серебряный стержень с золотой спиралью вокруг. Это прекрасные энергии, защищающие тебя и позволяющие разжигать свои двойственные цвета. Стержень активирован. Благодарю вас, уважаемая Ами. Мы все сделали. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешения куратора Ами передать ей этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь своей подопечной, за эти ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече.
Прекрасный подарок, очень интересный и познавательный. Но я бы хотела добавить про стержень души. Пожалуйста. Стержень, как я уже сказала, бело-серебряным цветом, и он выдает женские энергии тебе. Спираль, она может быть упругая, а может быть растянутая, и иметь несколько завитков. Это мужские энергии. Насколько ты захочешь разжигать их, это желание твоей души. Есть мужские энергии Альфа-Центавра. Они выглядят наоборот. Они в мужских биороботах с добавлением мягкой женской энергии в виде спирали вокруг золотого стержня. Это прекрасно, когда ты знаешь и можешь руководить своими энергиями, добавляя, увеличивая, разжигая и работая со своей душой. Это как ингредиенты, добавляемые в определенное блюдо. Ты можешь добавить больше соли или перца или других ингредиентов. Все очень индивидуально на Альфа Центавра. Поэтому развивай свою душу и слушай ее внимательно. Благодарю. И я благодарю за вас. Эту встречу и прекрасный подарок. Передавайте на этом месте привет Альфа Центавра от нас с Верой. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы уберем все преграды, которые им мешают, и они дальше войдут в эту дверь уже сами. Я бы хотела поблагодарить за это место встречи. Здесь очень комфортная и приятная атмосфера для нас. Благодарим вас. Мы очень рады. До новых встреч. До новых встреч. Всего вам наилучшего, уважаемая Ами. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Байба, мы закончили встречу с вашим куратором Ами. Вы получили все ответы на свои вопросы. И даже больше. Очень интересные ответы. Замечательно. Работайте над собой, у вас много домашнего задания. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии и знания перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Байбы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.